сегодня третий день поездок на моем Кодиаке. Вот еще не мыл я. Как видим, стекла чистые. То есть сюда не забрасывается. На тестовой машине я ездил. Видели, да, там кто-то даже заметил. Здесь постоянно были ручьи. Вот сейчас на дороге все полили. Сейчас минус 4. Вон впереди едут машины, посыпают, поливают. На МКАДе вон все летит. Сейчас собрался как раз поехать в Сергиев Посад. Заодно замерю расход. Вот пока с момента пуска 11,7, но я проехал около там 3 километров. И посмотрим вот как раз, как будут стекла вести. У меня стоят передние брызговики, поэтому я думаю, что не должно быть проблем. Выехал и включаю мой любимый адаптивный круиз. Ставлю 110, 120, так нет, 110. Потом добавляю по одному делению. Вот ставлю 118. Все. Видите, да? Впереди такси. Хоп. Тормоза. Вот мне по МКАДу, наверное, ехать около 25 километров. Вчера и позавчера вот я для себя отметил, что я вообще не трогаю педали. Вообще. Пробка, не пробка. Но если, конечно, совсем не останавливается машина, а более, по-моему, там 15-20 секунд, тогда приходится нажать на педаль газа. Если кратковременная такая остановка, машина едет сама. Ну, просто удовольствие. Сложно выразить словами, это нужно вот чувствовать. Комфорт от езды очень классно. Выезжал я из салона, расход показывал 40 литров. Сейчас вот показывает за длительный период 11,8. Сотый бензин я заливаю вот уже два раза. Один раз полный бак. Там было из салона немножко бензина для пробега, по-моему, там 160 километров. Я выехал, сразу залил до полного. И вчера еще плеснул, покатался, и вчера еще плеснул еще, там заехал до полного залива, у меня вместилось 25 литров. То есть хочу покатать именно на сотом бензине, так как и рекомендуют в руководстве по эксплуатации. Ну, они пишут, что лучше 98, ну, поскольку у нас 98 нет, сотый, да? Сотый на BP Ultimate. На этом бензине вообще машина зверь просто, я не знаю. Сейчас, поскольку на обкатке, я больше 4000 не даю обороты, но просто вырывает. Проеду вот 1500-2000, потом сделаю обязательно тест на скорость. Мне кажется, что... Ну, ощущение гораздо сильнее, конечно, разгон, чем на Citroёn моем. Явно. Плюс еще, когда такая погода непонятная, естественно, 4 на 4 дают о себе знать. Никаких пробуксовок, полный вперед сразу. Коробка DSG, конечно, у нее, она работает практически как ручная коробка. То есть, как нажал, так она и поехала. Ну, DSG это же есть, там две ручных коробки, как бы спаяны в одну, соединены. Все, вот еду вообще мне. Ноги свободные, только следи за дорогой. Очень комфортно. Такая диаграмма Green Score, она показывает, насколько экономично ты едешь. Вот этот зеленый листик, он может превращаться такой в серый, если ты там много стартовал там и так далее, и так далее. А если ты ездишь нормально, равномерно, то этот листик постоянно зеленый, и вот чем выше зеленые столбики, тем лучше. Вот где-то тут я немножко, видимо, стартанул. И до половины упала экономичность. Вот проехал 14 километров, расход 10,7. Посмотрим, что будет за 100 километров. Как раз до Сергиев Посада от меня 100 километров. Написано, что от грязи. Вот контроль дистанции спереди перекрыт датчик. Машина не тормозит.
пишет, тормозите. От грязи радар, видимо, забило. Впереди пробка, и он не сообразил. Ну, точнее, он мне предупредил. Был сигнал и предупредил, что тормозите. Датчик. Вот, и выскочила такая предупредительная штучка. Ну, грязище на улице. Видимо, на этот радар хорошо бы еще придумать омыватель. Если я попытаюсь включить адаптивный круиз, он пишет, датчик перекрыт. Вот раз, адаптивный круиз, контроль. Перекрыт датчик. На удивление, чистый капот. Пока вот ничего не летит сюда. Правое боковое стекло. Чистое, не забрызганное. Слева вот три маленьких появилось. Но так все видно. Проехал 25 километров по такой жиже. На МКАДе жижа, а на Ярославке каша. Только я остановился на заправке, думал пойти протереть этот радар. Все нормально. Ну, пойду посмотрю. А, понятно. Тут вон что. Налипло. Естественно, он не понимает, что ему делать. А, сеточки помогает как. Поставил я. Вон эта вся хрень туда не летит. И снизу. Отлично. Половина пути пройдена, 50 километров. Расход 8,5 литров при средней скорости 58 километров в час. Время в пути 53 минуты. А что если нам лупануть тут по снежку? Чего они там? Ну-ка, давай, кабанчик, покажи, как ты можешь. Вмешательство эскейпа. Почему? Что такое эскейп, я не знаю. Надо почитать. Скорость падает, адаптивка не работает. Ага, ну ладно, тогда вручную, в ножную. Вперед и с песней. 110 хватит. Зима, больше не нужно. Так, опять 110 поставил. Все, попер. Там что-то ему не понравилось на снегу. Автоматика отключилась. В смысле, адаптивный круиз. Ну, а теперь снова попер. Чудеса. Короче, 105 километров проехал. Вот расход 8,2 литра за вот 105 километров. 80%, наверное, дороги на адаптивном круизе. Несколько раз пришлось только на педали нажимать. Все остальное машина сама ехала.